Вот эти GX460, друзья, от 30 тысяч долларов идут. Land Cruiser 200 кузов, 2008 год. Тоже где-то от 35 тысяч долларов. Погнали вперед, банан. Цена 12 тысяч Volvo. Это 2015 год. Чканер есть барит здесь? 14500. 50 тысяч километров пробег. 2015 год, японец. С аукционным листом. 14500 долларов. Lexus in Chikanah, Pires. 15500 Lexus. Тоже из Японии привезен. Да. 130 тысяч километров пробег на Lexus. Тоже из Японии. Инча оценка, а? Номер телефона. Оценка 3C. Черный кожаный салон, люк, бесключевой доступ. Все есть. Long, знаешь? Да. LS460L, то есть лонг салон. Всем привет! Заходим еще на одну площадку. Чкана, если брат. 11500 Ешка. Цешка? Да, Цешка, извиняюсь. C300. BMW. Ладно, поднимемся наверх. Сверху начнем, друзья, чтобы легче было. Вот смотрите, сколько машин завезли. Очень много людей из Казахстана. Поднимемся наверх. Сверху начнем спускаться с обозревом, с обзором. BMW ինչքան է, բայլուս? BMW ինչքան է ստանում, բարև։ Ինչքան է? Մենք ո՞նց է ծանոթ իրար։ YouTube-ից երևի։ Հա, որտե՞ց։ YouTube-ից։ 2007. 2007 года, японец, да. Объем двигателя какой? 2,5, да, цена. Заводской левый. Пробег и цена? Пробег 135 тысяч километров, 4B оценка, его аукционный лист есть. Да. Значит, 2019 года я привез. Да. Цена? Да, цена, значит, 8800. 8800. А этот задний привод, да, или полный? Задний. Задний. И новый мотор. Какой серия? Какая серия? Мотор? Тройка это. Объема чай масса, бана. Моторы и бана. N52K. N52K. Черный двигатель. Да. Новое поколение мотора. Да. Здесь тоже все сделано, да? Химчистка, мимчистка, чистенький. Химчистка не сделана. Сам по себе свежий, да, салон? Да, а. Моего отца. Да, и свежий салон очень хороший. Чистенький. Зимой не можешь химчистку сделать, потому что
тошнит и запах. А, понятно. Газ нету и не было. Да, газа нету, газового баллона нету, ГБО не ставилось. Вот здесь чейнджер есть тоже. CD-чейнджер. Да, аптечка. Да, аптечка. Все есть. Запасной есть? Нет, у него запас как не бывает. Вот нету, смотри. Запаски. Нет. Да, нету. Но большой объем здесь. Да, большой этот проем, можешь что-то поставить. Snow time, да? Зимняя. Да, это зимние шины. Да. И европейские, славяне. А. Класс. Не китаец. Да, не Китай, да. Класс. Климат контроль. Да. Да. Все отлично. Б? 200-й тоже японец? Да. Тоже из Японии. Руль перекинут, да. Насколько знаю, да. Полная комплектация. 200-й мотор, все, да. Полное. Кожа, обогрев. Год какой пробег? И пробег 27 тысяч, оригинал. Да, 27 тысяч всего-навсего, 27. Я купил это из Японии, 16 тысяч было. Сейчас. Цена какая? 7400. 7400 цена. Спорт пакет, да, это да. Супер. И там Android магнитофон с есть, подрулевыми. С монитором, mm-hmm. Задней камерой. Да, все и. Лепестки и спорт пакет. Да, спортивный режим, спортивные лепестки, мануальный режим. Переводится с руля. Электрорегулируемые кресла. Коврики, моврики, тоже все чистое, видите? Еще B200 простой мотор, бывает да. И турбо, и простой. Да, здесь простой мотор, да. Плюс этот, коробка вариатор или автомат здесь? Вариатор. Вариатор. Да. Да. Вот здесь аптечка тоже есть, если не ошибаюсь. Отражатели аварийные, да. Здесь нет ничего. Запасное колесо есть, да. Ланград внутри. Mm-hmm. Еще если здесь внизу покажешь, все видно, какая машина. 27 тысяч пробег. Пробег, да. Вот, все. Новенькое, да, все. Класс. Все. Контактные номера давайте. Плюс 374. Да. 91. Ага. 41, 58, 42. Имя? Вооружан. Вооружан. Да. Мерседес и вот это Беха. Да. Все. Отлично. Так, друзья, уже добрались. Наверх смотрите. Здесь тоже много машин. Сейчас будем сверху начинать. Infiniti, вот эти друзья вот спрашивали, они от 10-12 тысяч долларов стартуют. Здесь какой классный свежий воздух, морозный. Жаль, что камера не передает. Вот люди из Казахстана везде ходят, ищут.
BMW почем, брат? Если вор кузовный, Е-Рина? Е-46. Е-46, да. Сколько стоит цена, год, пробег? 2000 год, заводской, левый руль, Япония. Да. 5500. 5500 цена. Пробег какой? 140 тысяч почти. 139500, да. Циптроник автомат. Дорестайлинг. Дорестайлинг, да. Движок 2 литра, да? 2,2, М54. Тканевый салон. Нормальный салон, нету потрепанных мест. Люк. Вот, друзья, контактные номера, кого интересует, можете звонить. WhatsApp, Viber, все есть. Да. Все. Nothing. Еще один здесь. Chevrolet Malibu. Смотрите, и на двери прям надпись Malibu прямо на двери. Ничкан агнер мяткасек. Тива гина. 17-й год, 13 тысяч. Цена ЛТ комплектация тоже. Lexus ничкана. GX470, E60. BMW. Ох, какой свежий салон здесь, смотрите, как новый. Мягкая кожа. Запах приятный, не прокуренный, не обкуренный салон. Класс. Зайна Балюс. Ինչ գներա, брат? Ախպերս 18.5 եմ, ասում 2006 թիվա 127.000 կշած. 2006 года 18.500 цена, 127.000 пробег, да? Идеальное состояние, пропан газ. Я вот про это вот только что говорил, вот салон как в идеальном состоянии, новые кресла, обивка, кожа новая. Это меняли, да, наверное, или что? Реставрировали. Новая этот полностью обивка. Дорого обошлось, но красиво сделали. Сделали, да, красиво, чистенько, аккуратно все. Вообще ни копейки затрат не требует. Мотор, да. Ходовая в идеальном состоянии. Да. Шестой год вообще по двадцатку продают. Ну, и шины здесь свежие, ну, да. Свежие. Новые зимние. Зимняя резина, да. Здесь сзади, видите, старые оставили здесь, а спереди меняли. Контактайн хамарнешка. Атасик. 0,77 это? 55, 55. Да. 32, 21. Имя? 0,55, 25, 21. Имя? Давид. Давид. Все, звоните. Нацинг. Мерси. Это BMW ничка, да? BMW не 8000. 8000. BMW E60, 2008 год. Рестайлинг. Чапунацят и американцы. Из Америки битые места, бампер крашеный, вот я вижу, заменен, менялся. Это не заводской, это М-пакет. Да, плюс здесь еще такие вот царапины, да, соскреженные места. Да. Пробег какой? Пробег 200... 200 тысяч миль пробег, да? Гина? 8000. 8000.
Здесь тоже стыки сошли с мест. Да, зазоры, да. Когда бампера поменяли, мы хорошо не поставили. Да. Это где они меняли? Все. Так, двигаемся дальше, друзья. Вот здесь еще одна камрюха SE комплектации. Стыки тоже здесь двинутые, видите, Hankook резина. Ничкан аги не барит здесь. Чкан? Ине. SE комплектация. 22 тысячи пробег, да? Инфинити, друзья. Сейчас посмотрим. С красным салоном, смотрите. Кирпичные или красные. Многие пишут, кирпичные есть и желтые цвета, и красные цвета. Это как на кремлевской стене. Красный цвет. А вот EX35 4x4, $12,700 цена. $12,700 цена, перфорированные тоже места. Макур шат. Да. 95 тысяч пробег, кина. Кина верчигин тасугес. $10,500 цена. Тасугес верчигин. Да, да. 10,500 цена. Мотор, инч мотор, а? 3.5 мотор. Да, новая резина. Свежие покрышки. Да, CLS 350. Все четыре колеса новые. Замирайна. Да, зимняя резина. Плюс комплект летней резины, говорит, могу дать. Придачу, да. Все, брат. Контактайн хамар мя тасек. Контактайн хамар. Контактайн хамар таса. 091 02. Да. 66 66. Имя как? Зоро. Зоро, все. Звоните, код плюс 374, набираешь. Да, передний ноль убираете и звоните. Да. Никаких вложений нет, говорит. Можем отвезти сразу к мастеру, все проверить в автосервисе. Да.
Մենակ սրա վրա էսա գործ, ուրիշ գործ չկա։ Հա, էս։ Մենակ էտ է գործ։ Դա ոտկա բան չունի։ Չես։ Դա ոտկի նետու, դա։ Չէ։ Սյո։ Սյո, բրատ, մերսի։ Կարամ կապոտն է բացել նա էս։ Որ տեն աս էլի։ Կապոտն է բացի։ Քանի ձյա ուժա, SBS բլոկ դա ձեզ։ Լրիվ աշխատում է, լրիվ։ SBS բլոկ։ Թապ թազա ապրում։ Հա։ Ստեից յումու հատոն, հա։ Ինչքան։ Վեստի սեմզիսից լշիձիններ սիլ։ Սյո։ Սյո։ Lexus ինչքան է, բայլուս ձեզ։ 7700։ Էս նա։ Չորնեմ կոշ սալոնամ։ 2001 год։ Вот. Тоже свежая резина на ней. Смотрите. RX 300. Кемрин ինչքան է? 24000 долларов цена. SE комплектация. 2018 год. SE комплектация. Xterra ինչքան ախպերս? 7500 Nissan Xterra. Թիվը 2003 год. Видите, какая низкая хорошая цена. Тканевый салон. И запах тоже приятный в салоне, не прокуренный салон. General. Классная цена, я думаю, многим понравится. А. Так, далее идем, друзья. Посмотрим, что здесь интересного. Вот ML-чик, 2009 год. Да. Чканаги, не бавит здесь? Тасинг? 15000 долларов цена. Пробег какой? 160000 пробег. Winter. Да. Кемрин ինչքան է, բայլուս ձեզ? Кемрин, գինը ինչքան է? Թիվը? 18 год, SE комплектация, 23000 долларов цена. Пробега? 50000. Пробег. Хапац ныркац тэгэр. Это викарлёв. Заднее крыло, говорит, только заменено, прикрашено и всё. Карбон металлик цвет. Сегодняшние эти. Вот ещё одна, уже третья. Камри 50. И тоже красного цвета. Вишневый цвет, вернее. Шилдиков нету. Ишканаги, не байлюс?
11500 цена, որ էս է կոմպլեկտացիա, էս է կոմպլեկտացիա, կշացը 97000 պրաբեկ, Кино, ինչ կան էր, 11800 долларов цена, катализаторы на ней, говорит, все, контактайн гамар, 055-60-40-44, все, звоните, кого интересует. Здесь тоже давайте снимем. А, все. А, еще винкода. Зимняя резина тоже свежая, смотрите. И здесь тоже. Вот видите. Вот винкод я вам покажу, можете пробить. Оп. Все. Крузаки вот эти, друзья, от 35000 долларов. Lexus GX460 тоже. С этих цен идут. Вот крузак 120 кузов, вот если есть на месте, если есть хозяин, спросим, это должно быть дешевле уже. Цена? Гина, инчка на опаш. Кина. Кина. Чкан? Ксан? 20000, а моторы и цавала. 2,7 объем, друзья, 20000 долларов цена. Велюровый салон. Раду. Лексуза? 35000. Год какой? 10-й год, премиум плюс. Пакет, да. А, по периметру из Японии, да. По всему периметру камеры. Кшаца? 108000 пробег. Гина? 35000. Цена долларов. Премиум плюс пакет. Новенькое все, видите, в краске. Плюс здесь еще мониторы на подголовниках, друзья. Вот. GX460. 12-й год, 12500 с катализаторами, с газовым оборудованием. Да. 4 зимние и летние покрышки. 12000 долларов.